Рабочая поездка Натальи Комаровой совпала с Днем любви, семьи и верности. По этому случаю глава региона провела традиционное заседание Семейного совета Югры. Во время встречи обсудили ряд важных вопросов. В частности, трудоустройство родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей. Кроме того, во время совета Югры медалями за любовь и верность наградили 5 семей. Этой награды удостаиваются семейные пары, прожившие в браке больше 25 лет и отличившиеся в вопросах сохранения традиционных семейных ценностей. С момента учреждения медали ее получило 459 югорских семей. В этом году наградят еще 72. Совершенно очевидно, что у нас в регионе много успешных, крепких, многолетних семейных союзов. И это действительно тут маяк, тут якорь, кому что нравится, кто летает, кто ходит по земле, кто плавает, кто себя где лучше чувствует. Так вот это вот эти семьи наши, это вот те, за которых можно цепляться, на которых можно смотреть и, может быть, еще лучше повторять.